Сошедшая века с его прекрасных рук. Какая же судьба у моего народа, познавшего теперь священный Табарук. Хвала тебе, Аллах, за милость и отраду, и за бесценный дар тебя благодарю. Сегодня получив великую награду, вручивший нам ее, да будет он в раю, вознесся салават до самого Аль-Арша. Возрадуйся, мой брат, у нас пророка чаша.